Так, Сатурн. Максимум, что выжили. Что это еще у нас? 9 сентября 2023 год. 22:38 по Киеву. В Запорожской области, возле города Орехов. ИСО 800, выдержка 1:30. До Сатурна 1 300 000 000 километров. Сейчас уменьшу выдержку, может, станет чуть-чуть почетче. На экране темнее, наверное, будет выглядеть. Сейчас 11-я выдержка. Один к 30. Хорошо, пошли, наверное, Юпитер посмотрим. Все пытался от туманность Андромеды, даже сфотографировать не получается. Не то, что там на видео снять, даже сфотографировать не выходит. Не хватает мне мозгов или фотоаппарата светочувствительности. Ну, тут, конечно, винить фотоаппарат нечего. Если ты хочешь зум 125 оптический, как на Nikon Coolpix 5000, тебе приходится делать матрицу меньше, чем в мобильном телефоне. Тут уже выбираю либо-либо. Ну вот. До Юпитера у нас 630 миллионов километров. Сейчас я резкость попробую. И ваши нервы. Вот нам 4 галилеевых спутника. Юпитер. Сейчас я даже посмотрю, какой они последовательности идут. Так, Ио ниже всего, ближе всего Европа, дальше потом Калиста, ну и Ганимед. Вы уже сбежали, да? Ах вы мои. Сейчас. Наводиться приходится, чтобы было понятно, не штативом. Не головка штатива, а утапливаю 1:30, уменьшаю выдержку, исчезнут спутники, появятся кольца экваториальные на Сатурне, ой, на Юпитере, 1:500. Увеличиваю выдержку. Давай сейчас. Это прям
Ах ты ж, убегают. Ладно, ребят, наверное, буду я заканчивать, это уже 9 сентября 2023 года. Ладно, хан.